На протяжении многих лет благотворительный фонд Александра Фельдмана занимается серьезной деятельностью, которая направлена на спасение животных. У нас на протяжении многих лет ведутся акции, которые направлены на гуманизм, на добро. Каждую субботу, воскресенье не только на территории Фельдман Экопарка, а еще на территориях Центрального рынка, Барабашова, у нас происходят ярмарки по пристройству животных. Количество животных, которых мы там отдаем, оно уже более 12 тысяч. То есть мы еще приплюсуем этот год, и эта цифра будет колоссальной. Это животные, которые уехали в новые дома, с которыми мы созваниваемся, с людьми, которые взяли, оказываем помощь какую-то, консультацию какую-то. То есть мы курируем этих животных. И мы в противовес выпускали такие баннеры большие, где показывали счастливых людей, что на самом деле существует не только жестокость. Мы проводили параллель и подводили детей к тому, что они могут сами своими руками сотворить добро. Эта акция, собственно, и возникла, наверное, больше для них, для информирования населения, потому что они вырастут, и они будут нести добро в массы. А так как наш проект накопил достаточно большой багаж знаний, опыта и умений, мы это все объединили в этом замечательном месте, которое многолюдное, которое многопосещаемое. И я думаю, что у нас все получилось, потому что много детей было. И дети с любопытством рассматривали ту информацию, которую мы напечатали, которую мы издали, которую мы запустили в социальных сетях, в СМИ. Я думаю, у нас все получилось.